Если вы думаете, что за деньги нельзя купить счастье, то вы просто не знаете, где покупать. Вы можете заработать много денег и пойти спасать мир. Вы можете заработать много денег и пойти спасать лес в Бразилии. Вы можете пойти спасать бездомных. Вы можете спасать детей от тяжелых заболеваний. Но без денег вы никого не сможете спасти. Вы не сможете помочь ни себе, ни тем более семье. Разве вы этого не понимаете? Дэн Пенья, американский бизнесмен, живет в замке Гатри, Шотландия. Начинал с $820. Сейчас его состояние $50 миллиардов. Миллиардер Дэн Пенья и его 10 правил успеха. Первое. Удивительно то, что люди начинают меняться только при одном из двух условий – в момент вдохновения или отчаяния. Но только в отчаянии человек может настроиться на нужный лад, начать делать шаги, чтобы измениться. В момент вдохновения все слишком хорошо, чтобы работать, вместо того, чтобы наслаждаться. Второе. Для роста нужны завышенные амбиции, мотивация что-то делать, что-то поменять. Вы должны быть голодны, желать перемен, желать лучшей жизни. Как говорится, вы не сможете осуществить мечту, если у вас ее нет. Если вы хотите миллион, у вас будет миллион, но не два. Третье. Самоуважение – это ключ к вашему успеху. Самая главная проблема людей – отсутствие уважения к себе и низкая самооценка. Необходимо понимать, что успех – результат труда, а не везения. 30, 40 и даже 10 раз в жизни вести не может. Все успехи – только ваши заслуги. Четвертое. Нужно трудиться и уметь ждать. Вы не хотите ничего делать. Вы хотите быстрых и легких денег. Но так не бывает. Люди не хотят 1 миллион долларов через 2 года. Они хотят $100 в день прямо сейчас. Сегодня так легко сэкономить время. И как бездарно оно тратится. Вы знаете, что должны сделать, чтобы получить желаемое. Но вам лень. Пятое. Дэн советует говорить детям, что они могут стать теми, кем хотят. Заниматься тем, что им нравится. Нужно говорить своим детям, что они могут делать все, что угодно, только в том случае, если им это нравится. Ведь именно это облегчает нашу жизнь. Шестое. Если вам и нужно чего-то бояться, так это бедности. Бойтесь ничего после себя не оставить. Бойтесь прожить никчемную жизнь. Разница между мной и любым из вас в том, что я абсолютно ничего не боюсь. Я не боюсь потерпеть неудачу. Я не боюсь окружающего мнения. Седьмое. Все хотят только успеха, но без неудач это невозможно. Ошибки будут всегда. Любая неудача – это бесценный опыт, а он рано или поздно приведет вас к успеху. Поэтому просто вставайте и делайте. Восьмое. Покажите мне своих друзей, и я покажу вам ваше будущее. Мы становимся подобны тем людям, которые имеют на нас наибольшее влияние. Наши друзья – и семья. Девятое. Это очень сложно – быть лучшим. Совершенство равно параличу. Расслабьтесь. Десятое. Ни одно видео, ни одна книга не поможет вам, если вы не начнете действовать. У меня не было денег, я начинал с $820. Поэтому все возможно. Не тратьте время на людей и на вещи, которые нельзя изменить. Концентрируйтесь только на важных вещах, а не на всем подряд. Стремитесь зарабатывать больше. Имейте ограниченное количество целей. Идите на риск. Поменяйте свое окружение. Поднимите свою самооценку. Ничего не бойтесь. Это сделает из вас успешного человека. Суперуспех не для слабаков. Победа в бизнесе, как и на войне, приходит только к упрямым сукиным сынам на поле боя. Дэн Пенья.
Кто досмотрел до конца, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.